Ленинградники отметят День города. В этом году юбилейная дата – 85 лет. Чтобы жители уже почувствовали приближение праздника, на улицах городского округа начали появляться украшения. На круговом перекрестке возле станции Химки уже установили три костровые конструкции. Такая композиция идеально вписалась в ландшафт городского округа. Теперь в этом месте развивается 27 разноцветных флагов. Следующий, одевайте. А это парк Акаберик в микрорайоне Левобережный. Здесь тоже устанавливают флаги. Праздничные конструкции появились возле входа со стороны совхозной улицы, а также на смотровой площадке. В этом году наибольшее количество костровых конструкций. Вот что из себя представляет флаговый костер. По округу будет установлено 69 подобных конструкций. На основание вставляется 8 боковых труб и 1 центральная. Всего 9 флагштоков. Возле театра «Наш дом» в Старых Химках тоже установили флаги. На каждом полотнище развивается юбилейная дата и название городского округа, написанное фирменным шрифтом. Украшения только появились, но они уже радуют жителей. Украшения очень яркие, красивые, их можно издалека заметить. Они очень разноцветны, привлекают внимание и создается радостное настроение. В ближайшие дни праздничные украшения появятся во всех парках и микрорайонах Химок, включая новые территории. Всего ко дню города оформят более 2000 объектов, украсят 1800 фонарей. Кроме того, заработает 33 медиа-экрана, на которых будут транслировать поздравления жителей. Юлиана Мазырина, Вильфрид Зимковский, новости Химки ТВ.